Две недели в эфире снова программа «Бонус» и рубрика «Компьютерные игры», а также ее ведущий я, Сидоров. Игра, с которой мне хотелось бы сегодня начать, называется «Бедлам», что в переводе с английского означает «бедлам». Наступило мрачное компьютерное будущее, и вновь нашлись злодеи, которые совершают всякие злодейства, чтобы людям или кому там еще стало плохо жить на Земле. Естественно, нашлись и свои герои, которые назло злодеям совершают свои геройства. Итак, налицо ситуация, требующая вашего немедленного вмешательства. Представляем вашему вниманию последнее слово военной техники. Танк с благородным названием RAT, то есть крыса. Вообще RAT, крыса, это аббревиатура, которая расшифровывается как Remote Assault Tank, то есть радиоуправляемый штурмовой танк. Прямо скажем, в будущем танк претерпел серьезные изменения в своем внешнем виде. Теперь он стал больше похож на вертолет, чем на танк, но это не главное. Сам по себе крыса представляет большой летающий склад боеприпасов огромной разрушительной силы. Его назначение можно определить как бомба многоразового использования. Эта летающая машина смерти предназначена для выполнения заданий, с которыми вы не в состоянии справиться простой живой человек. Итак, в начале каждого задания вам предлагают выбрать место, с которого вы хотели бы начать свою славную эпопею, знакомиться с обстановкой, затем предлагают выбрать вооружение по вкусу и по карману, и выбрасывают на место, где вы должны разрушить определенные объекты и пробраться к нужному месту, с которого вас подберет все тот же челнок. Оригинально, не правда ли? Но что поделать, как мы уже с вами успели убедиться, не все изготовители компьютерных игр наделены богатой фантазией. Тем не менее, давайте не будем судить их строго, они все-таки старались, и надо отдать им должное, они поработали на совесть. Основная отличительная черта игры — это возможность разрушать все. То есть абсолютно все. От проволочных решеток до небольших сооружений. Причем все взрывается одинаково красиво и довольно эффектно. После враз на вражеской базе остаются только стены. В процессе миссии вы также можете подбирать различные денежные призы и ящики с новым оружием и боеприпасами. Учтите, что в игре вы поставлены на полную самоокупаемость, поэтому в ваших интересах собирать как можно больше денег. Тем не менее, не все так хорошо, как кажется. Например, все движущиеся объекты в игре настолько малы, что иногда играющий вообще перестает различать танк на фоне всевозможных взрывов. И самое удивительное, записаться в ходе миссии нельзя. Уже сколько раз убеждались как производители, так и потребители компьютерных игр, что одним из достоинств любой игрушки является именно возможность прерваться в любой удобный именно для играющего момент и продолжить, когда захочется именно играющему, а не кому бы то ни было. Тем не менее, то там, то сям являются на свет божьи создатели игровых продуктов, пытающиеся доказать, что игра — дело очень серьезное. И все там должно быть как в жизни. Уж если тебя убили, то убили до конца. В игре вы можете пользоваться картой, но, к сожалению, на этой карте отчетливо можно различить только объекты, подлежащие немедленному уничтожению, и место, где вас должны подобрать. Все остальное можно увидеть разве что под микроскопом. Также строка состояния вашего танка тоже сделана довольно неразборчиво и пройдет определенное количество очень драгоценного времени, прежде чем вы сможете безошибочно определить состояние вашего подопечного. А теперь небольшой секрет. При вводе вашего имени не торопитесь в строке «Player's Name» запечатлеть свои бессмертные инициалы. Лучше напишите заглавными буквами слово «God», и тогда можете бедламить сколько вам угодно. Вы будете абсолютно бессмертны. Единственная рекомендация — берегите боеприпасы. Врагов очень много, и уничтожить их всех вы просто не сможете. Правда, потом вам будут давать и по два, и по три танка одновременно, однако это означает только то, что у вас будет вдвое и втрое больше врагов и проблем, поэтому на легкую жизнь не рассчитывайте. В целом же игра «Бедлам» — неплохая красочная игрушка с довольно простым управлением и не совсем понятным сюжетом. Она работает под DOS и под Windows 95. Другая игра, о которой пойдет сегодня речь в нашей рубрике, относится к жанру стратегии, называется Dark Colony. Название ее можно перевести как «Темная колония». Смысл игры заключается в следующем. Далекое будущее. Люди, долго мучившиеся вопросом, есть ли жизнь на Марсе, научились таки колонизировать дальние планеты своей системы и обнаружили, что на Марсе жизни вроде бы нет. Но зато на нем обнаружилось одно очень полезное ископаемое, которое окрестили Бенза-7 и решили, что неплохо бы определить Марс в ведении Земли. И вот тут выяснилось, что жизнь на Марсе оказывается есть. И эта жизнь тоже в курсе всех дел касательно полезных ископаемых Марса. И делиться ими ни с кем не собирается. Так может быть, люди так и остались бы ни с чем, но выяснилось, что новоиспеченные марсиане не являются коренными жителями Марса. Ага, сказали люди. Поскольку планета находится в нашей системе, у нас на нее больше прав, чем у каких-то там серых и большеглазых. На что серые и большеглазые заявили, что они, дескать, первые заметили, и если люди будут настаивать, то они еще очень и очень об этом пожалеют. Итак, налицо этнический конфликт двух рас. Расы людей и серого глазастого бог знает чего. У каждой стороны абсолютно разные технологии и взгляды на жизнь. Люди в основном используют технику и свои научные прибамбасы.
Неведомые же цивилизации серого цвета пускают в ход свои природные таланты и различно агрессивно настроенную живность. Интересно то, что в игре меняется время дня и ночи. Более того, есть миссии, которые проходят и вовсе под землей. Это добавляет игре определенную прелесть и позволяет почувствовать себя командиром базы на все 100%. Кстати, о командире. Вы можете видеть его своими глазами. Вы можете даже иногда вызывать подкрепление и участвовать в бою. Но не слишком увлекайтесь, если вы погибнете, миссия будет проиграна. Также в игре, кроме основных вооружений, существуют так называемые артефакты. Артефакт — это вообще что-то такое, что когда-то было оставлено какой-то, ну уж очень древней цивилизацией на этой планете, и вы можете это использовать во свое благо. В общем, да, Colony — достаточно интересная игра, которая явно понравится любителям стратегий. Особенно приятно то, что каждый вид боевой техники играет свою в игре роль. И даже обыкновенные пехотинцы представляют серьезную боевую единицу. Вообще получилась качественная, красиво нарисованная стратегия. Огорчает только небольшое разнообразие в технике. Правда, есть надежда на достойное продолжение, что-нибудь типа Da Colony 2. Если вы заметили, в последнее время я часто рассказываю вам именно о стратегических играх. Что делать, небывалое количество игр именно такого жанра свалилось на головы геймеров всего мира в последнее время. Говорят, что страны Европы и Соединенные Штаты Америки вообще переживают настоящий стратегический бум. Работа в офисах стоит, дома ждут дети, машины на автостоянках покрываются пылью, штрафными квитанциями за неправильную парковку, а люди играют в игры. Крупные боссы грозятся подать в суд на изготовителей игр. Неудивительно, если скоро в продаже появится стратегическая игра, где основными враждующими сторонами будут производители компьютерных игрушек и крупные магнаты, несущие огромные потери от того, что их подчиненные только тем и занимаются, что рубятся целый день в Warcraft или какой-нибудь Dark Colony. Поживем, увидим. А на сегодня у меня все. Я прощаюсь с вами. Это был Сидоров и рубрика «Компьютерные игры». До встречи.